Всем привет! Сегодня у нас вот такая небольшая посылочка. Сейчас расскажу предисловие о ней. Здесь должен быть, по идее, бесконечный куб. Я использую, да, то есть вот пользуюсь вот такими вот кубиками, рубиками. Был у меня фиджет куб, это который кубик с кнопочками разными, шариками на разных сторонах. Я его подарил племяннице, потому что он мне не понравился. Спиннеры мне тоже как бы не зашли, ну то есть поиграются пару часов ими или нет. А это кубики Рубика я просто использую как успокоение, то есть когда сижу, думаю, пишу, использую его, когда нужно подумать, посидеть, для того, чтобы сосредоточиться, успокоиться и так далее. Просто вот, ну, кручу его в руках и все. Вот, вот такие вот у меня кубики есть. Ну, мы их отложим и решил попробовать, что же это за такой вечный куб. Вот в такой вот посылочке. Цена его, сейчас я тут пометил, $4.10. Но цена варьируется и разная, поскольку фишка новая. Вот так вот выглядит он. Хорошо был упакован. Он сделан из пластика. Пластиковый, но с красивыми зелеными штучками. Да, прикольно, в принципе. Если слышите, он немного так цокает. Давайте послушаем кубика Рубика. Путау, мой любимый кубик. И тихонько, мягенько, приятный такой звук. Этот такой звонкий звук. Но вещь прикольная, и можно ее потеребить в руках, если для успокоения. Приятный такой цвет. Но мне кажется, я поиграюсь несколько дней и потом в комментариях отпишусь, понравилось, не понравилось. Но мне кажется, что эта игрушка тоже не зайдет, как и спиннеры. То есть, наверное, хотя вот прикольно. Ой-ой-ой. Вот сейчас прикольно одной рукой делать. Чик-чик, чик, чик-чик, чик. В принципе, можно как вместо четок, ну, прикольная вещь, типа, похожа очень на четки, вот. Мне уже начинает нравиться, но я не думаю все же, что она заменит кубики Рубика. Решил еще немного снять видео, вот так вот я приловчился его собирать, кубик этот, одной рукой. Вот, имеет он вау-эффект, то есть, кто видит, вау, что это такое, вот это да, вот такой вот кит, вау-вау. Китайцы крутяки, то есть всем нравится, всех, ну, как бы увлекает этот прикол. Реально я 2 дня уже им играюсь, 2 дня не выпускаю его из рук. Ну, вещь прикольная, и как бы кубик Рубика с собой особо не потаскаешь, а этот можно положить в карман, то есть за счет того, что вот этот вот иметь с собой, допустим, такую как бы вещь вместо четок. То есть, так сказать, современные четки этот кубик. Отличный прикол. Поэтому вот такая вот вещь интересная. Если кому интересно на нее посмотреть, ссылка на продавца в описании к видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. До новых встреч и удачных покупок!